Волшебная история для маленьких зрителей. В рамках международного фестиваля «Муравейник» на Ивановской сцене выступили артисты Оренбургского муниципального театра кукол «Пьеро» со сказкой про девочку Аленку и ее гусенка. Название говорит о сюжете постановки в полной мере. Один день из жизни девочки, ее гусенка, хитрые лисы и доверчивого трудяги-ежика. Добрая и фантастически живая сказка. Это искренний зритель, искренний артист. Ребенка обмануть определенно никак невозможно, как-то не старайся. В театре кукол это самое яркое, самое сложное проявление. Поэтому мы стараемся, это получается, и слава богу. И вся эта чудесность, которая вот у нас вот здесь вот возникла, это, конечно, благодаря тому, что у нас театр семейный, у нас небольшая труппа, и все это создается исключительно в такой доброй домашней обстановке. Удивительно и то, как практически без слов удается передавать характер персонажей. Слова здесь излишни, уверены артисты. Для детей в сказках главное искренность, а не диалоги. Здесь просто как-то вот все на междометии, на звуки. И вот мне оставили парочку слов, которыми я могу пользоваться. Это вот гусенок и вот нечу. Все. А дело в том, что когда дети общаются между собой, им-то, в принципе, слова не нужны. Они же жестами, звуками, и они понимают друг друга. А мы, взрослые, смотрим и не можем понять, как. То есть они на своем каком-то интуитивном, у них свой космос, они как-то по-своему общаются. Поэтому без слов, мне кажется, даже детям понятливее, чем со словами. Слова отвлекают, а здесь больше действий. Особенно повезло зрителям первых рядов, у которых была возможность ближе рассмотреть декорации. Здесь каждая деталь играет свою важную роль. Можно даже сказать, деревья, цветы и бабочки – тоже персонажи сказки. А вкупе с правильным светом и музыкальным сопровождением сцена наполняется волшебством. Зрители постарше оценили это, а малышей позабавили приключения героев сказки. Фестиваль «Муравейник» продолжится и на следующей неделе. Для малышей, для взрослых, у артистов театров кукол припасено еще немало чудес. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.